Неосторожное обращение с огнем стало причиной серьезного возгорания в многоквартирном доме по улице Вторая Мстерская в минувшие выходные. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурной службы в 8:46. Уже через несколько минут на место происшествия прибыли машины МЧС. Из дома было эвакуировано 17 человек. В квартире, где произошел пожар, спасатели обнаружили женщину 1917 года рождения с серьезными ожогами. Ее немедленно доставили в ОКБ. Сейчас пенсионерка находится в реанимации. У нее ожоги 70% тела.